Итак, ребятушки, собрались мы сегодня на вышку. Всех 5 стволов каждому, блин. Привада, все дела, потом подкинем еще. Вчера туда кролика бросали, целикового. Там вышка. Вчера еще в лесу стреляли. Попал я, она подпрыгнула, но не пробила, далеко было. 60 метров тройка стрелял. Куда там? Не успел перезарядить, я на поле, пока на ворон стояли. Да? Угу. Сейчас посмотрим. Такое тоже будет маленькое видео. Памяти у меня мало в телефоне. Сейчас дойдем, сниму там. Вот зашли в лес. Пошли вот привода, все дела, ружье мое. Сейчас пойдем туда, вперед, к вышке. 200 метров. Потом покажу вышку. Короче, вот, пришли мы. Вон мой заяц висит. До сих пор не был. Заяц висит. Вон. А утки там нет. Утка там лежала. Утки вот тут. Утки нету. Значит, было. Почему-то зайца не съела. Вот сама сейчас вышку покажу. Но вы уже видели видео. Блин. Вот вышка сама. Сейчас туда полезем. Все. Время нет. Полезли. Сели, короче, мы на вышку. Через окошко. Иду. 4-0 заправил. Уж бить так бить. Посмотрим. Будем с этого окна стрелять, смотреть. И вот с этого. Вот как-то так. Чаёк, он, все дела. Так, ребятушки, не было сегодня лося, лисы. И вот сейчас я раскидаем еще. Жалко, сидели здесь, сколько, 2,5 часа просели, пока уж совсем не стемнело. Ну да, у нас нет приборов ночного видения, к сожалению. Да. Поэтому сидим, пока еще глаза видят. И подмерзли чуть-чуть. Ладно, минус 20 сидели. Ну да, вот это погода, минус 20. Ну подумаешь, соплю потеплее. Потеплее, дед. Все, ладно, всем привет, пока, ура. Ура, пока.